Здравствуйте, коллеги. Пресс-центр на выставке Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Варвара Смирнова. Я представляю компанию Sinopharmtech. Очень интересно, чем занимается ваша компания? Наша компания занимается поставками фармацевтического и медицинского оборудования из Китая. Мы на рынке уже 20 лет и успешно работаем на постсоветском пространстве и в России. Расскажите, пожалуйста, о как изменился рынок именно вот вашей работы вот в пандемический год, потому что это был год, конечно, направлен на здоровье и при этом на экономию. Может быть, у вас нашлись какие-то интересные алгоритмы, чтобы повысить продажи и так далее? Откровенно говоря, на нашей компании пандемия сильно не отразилась. Вот. Наоборот, заручившись поддержкой наших прежних клиентов и получив новых, мы чувствуем себя достаточно уверенно. Вот. Как я говорила, мы на рынке уже около 20 лет, поэтому наша репутация позволяет нам держаться на рынке достойно. Каких-то ноу-хау не было, в целом все ровно для нас. Хочется сказать, что у вас есть стенд, где вы можете, наверное, поподробнее рассказать о том, чем вы можете быть полезны всем нашим участникам нашей выставки. Давайте расскажем, где мы вас можем найти. Ну, обычно нас можно найти на выставке Pharmtech. Это самая крупная выставка, которая проходит в Москве, в России, в ноябре, как правило. Ну, а так, пожалуйста, просим всех на наш сайт. Так и называется sinopharmtech.com. Заходите, друзья, я надеюсь, что выставка все равно будет дарить всем интересные бизнес-контакты. Спасибо вам большое за такое интересное общение и надеюсь до встречи в следующем году и на следующих выставках. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи.